В России за несколько десятилетий мировое признание получил только Калининградский пляж, а теперь на голубой флаг претендует и Сочи. На курорте эксперты уже несколько дней тестируют прибрежную территорию. Для туристов это означает, что они увидят эти пляжные участки в международном реестре, будут знать, что здесь все в норме с экологией, с безопасностью и соблюдаются все требования благоустройства по международным стандартам, отметил вице-губернатор Сергей Усенко. Этим летом курорты Краснодарского края уже посетили 6,5 миллионов туристов. Но это не предел. Санатории, гостиницы и кемпинги региона готовы принять еще 10 миллионов отдыхающих, сообщает «Кубань-24».